Управління дорожнього господарства Одеської міськради оголосило тендери на капітальний ремонт вулиці Софіївської, а також реконструкцію двох перехрей з трамвайним рухом на розі вулиць Прохорівської та М'ясоєдовської, а також проспекту Небесної Сотні у районі аеродрому Шкільний. Загальна сума тендерів складе 183 мільйони гривень. Електронний аукціон повинні провести до 19 лютого. Строк ремонтних робіт з березня 2019 по грудень 2020 року. На деякий час рух трамваїв 13 та 28 маршрутів можуть змінити. Як альтернативу чиновники розглядають підключення пільгових маршрутних таксі. Технологія там на вулиці Преображенська, яку ви бачили, да, там укладаються на основании уже готовые бетонные плиты, в которые уже там проводятся рельсы. И вот, собственно, эта технология, которую мы использовали до сих пор. Технология, которую мы пытаемся применить на этих перекрестках, подразумевает следующее. Осуществление бетонного основания под рельсы трамвайные на месте. Мы делали большую работу по пятой фонтану, и в том числе не работали тогда, вы знаете, трамваи. Мы тогда нашли компромиссы, обеспечивали подвоз людей транспортом по другим маршрутам. То есть я к чему все веду? Когда у нас уже будет понимание объема работ, естественно, мы это, во-первых, будем делать на этапах, как, например, на той же пятой фонтана. То есть будет, скорее всего, частичное перекрытие рядов. Более точные сроки мы будем, наверное, определять из того, какие объемы нужно будет первоочередные делать подрядчику на первом этапе и какие первоочередные работы будут на втором.